утро, моя любимая страна! Всем с добрым, прекрасным, хорошим утром! Сегодня хорошее утро у вас, ваших близких и, конечно же, у ваших питомцев. Наша сегодняшняя тема – бартенеллез. Это тяжелое заболевание, которое передается от кошечек нам, людям. По-другому это заболевание называется болезнь кошачьих царапин. И вот получается так, что там, где есть агрессивные кошки, где есть кошки, у которых нервная система чрезмерно возбудимая, которые могут нас укусить, поцарапать, вот в этот момент они могут передать нам такое тяжелое заболевание. Болезнь кошачьих царапин опасна тем, что, как правило, возбудителем является бактерия. Бактерия, которая со слюной либо с царапиной входит в организм человека и маскируется под тяжелое системное заболевание, которое тяжело диагностировать и с которым тяжело жить человеку. Поэтому знайте об этом и пользуйтесь данной подсказкой. В продолжение нашей сегодняшней темы скажу следующее. Данное заболевание относится к группе бактериальным. Это бактерия, которая находится в крови кошек. И получается так, что в момент укуса, либо в момент царапины, кошачьей царапины, кошка может внести и чаще всего вносит данный возбудитель. Данное заболевание у людей проходит довольно-таки сложно. Сложно по нескольким причинам. Его тяжело диагностировать, его тяжело лечить, потому что оно маскируется даже под онкологические какие-то болезни. Очень часто по телу человека возникают какие-то пустулы, какие-то папулы, какие-то гнойные очаги. Лимфатическая система реагирует непонятно на что. То есть возникает увеличение лимфатических узлов в организме человека. Регионарные, если это рука. Либо весь организм реагирует как на что-то такое взрывное, непонятное. И для медиков всегда стоит такое задание лечить непонятную болезнь. И как оказывается, потом, когда уже человека нет, причиной была вот такая вот инфекция, которая поразила весь организм и, как правило, убила человека. Поэтому сегодня как раз такая тема, тяжелая тема, необычная тема. Хотел бы вам ее рассказать, чтобы вы знали, что царапины – это не просто полосочки. Царапины – это иногда и гибель человека. Сегодняшняя тема для вас. Пользуйтесь и знайте. Спасибо вам за просмотр наших историй. Будьте здоровы вы, ваши близкие и, конечно же, ваши животные. Всех благ и хорошего дня!